Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в православном храме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зачитал строки Корана в бывшем патриаршем православном соборе Святой Софии в Стамбуле, чем вызвал недовольство христиан. Об этом сообщает Кхе-Индепендент. Турецкий лидер продекламировал первые строки Священного Писания в честь душ тех, кто оставил нам в наследство здание собора, особенно завоевателей Стамбула. Сам президент позже описал свое выступление в святом месте как сложное и волнительное. Свою речь Эрдоган произнес на открытии фестиваля искусств. Церемония прошла в турецкой столице в соборе Святой Софии, Айя София, который долгое время являлся крупнейшим христианским храмом, в котором сейчас расположен музей. Издание сообщает, что поступок турецкого лидера возмутил Грецию, где 98% населения исповедует православие. Афины выступили против религиозных высказываний Эрдогана на территории бывшего христианского храма, подчеркнув светский статус нынешнего музея. Собор Святой Софии был захвачен турками в середине XV века в ходе османского завоевания Константинополя. До 1935 года в здании располагалась мечеть. Впоследствии религиозное сооружение стало музеем, памятником византийского зодчества и символом сосуществования различных религий. Софийский собор также включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.